personnel. Containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. One out of five generators activated. МТФ. Там. МТФ. Я вижу там. Третий контейнмент зон. Богдан. Containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun. Danger. Containment
zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. No, stop. Бля, здесь коп еще. А, он бежит, он... А, мы сдохли. Засада. Беги, просто беги. О, энергия. Пофигу, беги, просто беги. Плевать, просто плевать. Там коп, там коп и Богдан получается. Коп! You engage C? Впереди её. Я сзади. Весной стреляй в коп, если что. Всё, захуярили всех, молодцы. Нормально. Хилить кого-нибудь надо? Найс. Я сейчас леса. Давай. Дайте еще верт с гаусса снесем. Не-не. Блять, там сзади. Сука, через щель постреляли по нам. Ладно, погнали на С, блять. И с гаусса верт снимем. Что? Пора. Моб туда хуяш получим. Не-не, короче, проблема в том, что сделали так, что, короче, бля. Гаусс нельзя сбить патронами или гаусс. Только РПГ какой-нибудь. Ну, блядь, тогда так стрелять будем нормально. Да. Не-не-не, пулями тоже не бежим. Вон там, блядь, лесой. Не, почему пуль? Стреляли они сейчас? Не, ГРУ только может. Только одна поддержка там. Короче, ну, теперь так работает. Чё, едем, нет? Бам, на нахуй! Это ты, да? Всех ёбнул, или чё? Ну, мне кажется, да. Хорош. Все, погнали, погнали. Они не слышат, да? Мы слышим. Не, мы слышим. Мы слышим. Хорошо. А на стороне такого не было. Пусть SCP пойдут, а мы верт пойдем сносить. Офига, вам даже опыта за это не дадут. Подрывник может быть. На вышке. Давайте я пойду все и проверю. Ну давай, проверь, попробуй. Коп, у тебя, кстати, есть на дробовик очков? Они там, да. Есть. Только у меня мало хп, что-то совсем. Тухлый. Давайте защищайте копа. Его сейчас убьют.
У меня нет, нет на это времени. Три хп. Free HP points. Free heals points. Ха, три хп. А где мент? А ментка? Не, мент там. Мент вот сидит. Давайте, знаете, как можно сделать, что я... Вы посмотрите, там сид... Ой, блядь. Ох, ты не успеешь по-любому. Останься тут. Ну чего же не сделаешь? Можете на клик попытаться пойти. Погнали в телефон. А если ты можешь взять телефон, давай. Все равно вы его просто подобно нарвёте, я никогда не отменю. Точка в точку, с которой мы будем увеличиться. Готовься. Вот знаешь, когда ты 15 уровень только начал играть, и у тебя никаких проблем с деньгами, ты просто скачиваешь рубежку, вливаешь деньги, а деньги у тебя только капают больше и больше, а там типа стартовые уровни у них. У меня 2 миллиона, с 2 миллиона 800 вроде, я не помню. Всё. Ух, еб... Одна, блядь, секунда, сука, жгок долб ёбаный. Играть в тарков имеет смысл с читами только. Вот это. А, все, блядь, все с тобой понятно. Ладно, ну, осуждаю весело. Полностью. Это нихуя не весело. Я таких пидорасов, блядь, осуждаю максимально. У меня крыша есть. Смысл в том, чтобы убить мощным ПМом фулку и вынести ее. Ты веселишься, стреляешь, не понимаешь. Ну да. Они горят. Да, ага, блядь, веселишься. У меня агент типа, если, смотри, был... если играть в доту, то есть смысл руинить. Просто серьезно играть в доту не имеет смысла. А вот руинить имеет смысл, потому что это весело. Игры почему должны этот развлекать. Ебут... телепорт меня убил? Блядь, можно я тебя нахуй сейчас просто замучу, потому что в доту играть это, ну, блядь, достаточно весело, если ты играешь в компании, нахуй. А не в соло в рейтинге, допустим, блядь. Смотри, за... играть в соревновательную игру, серьезно играть на какой-то рейтинг, на какой-то, ради какой-то цели, это не весело. Это дегенеративно абсолютно. Это не имеет никакого смысла. Нет ничего более скучного, чем серьезно играть в игру. Ты понимаешь, что их там наш долбоёбик. Я потерялся! Я хочу выйти.